Анне Петровне, хозяюшке нашей дорогой. Здравствуйте, Назар Петрович. Грибки-то, грибки-то какие. Ай-яй-яй-яй. Семушка-то какая. Селедка, матушка. Вы водочку-то на чем настаивали, любезнейшая? На апельсине. Правильно сделали. Апельсин первейшее дело. Разрешите? Ваше здоровье! Вот. А где же герой торжества? В дежурстве. Скоро придет. А вы пойдите с Семеном поговорите. С Семеном? Неужто приехал? Приехал. Ладно, старика. Ради такого праздничка прикатил. Ну, в таком ради соску можно оставить. Хоть и не в кирпюр, душа своего требует. Так я пошел. Сеня! Старик! Прикатил! Прикатил, Назар Петрович! Отца поздравить! Постой, дай погляжу. Ух, выиграл! Ой, загорел! Ну, как там у тебя? Воюешь? Пока еще нет. Следишь? Чужих не пускаешь? Никого не пускаю. Следи. Ты скажи там по начальству. Старик Волкостов, заслуженный машинист, крепко следить наказал. Вот вырос! Вот вырос! Да, голубчик, молодец. Ну, ну еще, еще увидимся. Давай. Шести будем. Классные часы у вас, Василий Макарович. Комиссар бронепоезда подарил. Гражданскую. Уже погоняли мы с ним Беляков. Пожалуйста, беседочку. Скажите, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Товарищ, товарищ, прошу, прошу. Беседочку. Пожалуйста, пожалуйста. Все, все, все. Нет уж, это я сам. Так. Марья Ивановна. А это вот моя покойная матушка.
Настоящий человек, Макарыч. Каких сыновей вырастил, а? Один защитник Родины, командир. Другой машинист. Да ты лучше о себе расскажи, Назар Петрович. Да что обо мне-то? Я человек холостой. Выпить не дурак. Верно, с кем возьмите. А хозяюшка, какая хозяюшка? Звезда! Звезда! Ой, что ж вы, Назар Петрович, довольны уж вам. А почему? Почему у него все так хорошо? Потому что Орлов машинист. Машинист первого класса. И он свое дело знает. О. Кто лучше его паровоз чувствует? А кто? Правильно. Уже доказано. Вот тот и есть. В 20 лет ни одной аварии. Авария! Звонили со 195-го. Авария с Василием Макарычем. Организация возлагала на вас большие надежды. А вы разве оправдываете их? Пустенькой аварии наладить не могли. У меня людей нет. Вербуйте. Ищите недовольных. Создавайте их. Неужели я должен преподавать вам эту азбуку? В случае удачи наших друзей, вы назначаетесь на пост начальника одной из дорог. Да ведь я... Но, дорогой друг, помните, директивы центра надо выполнять. Я заверяю вас. Карл Богданович, мы с тобой старые товарищи. Не время для сантиментов, Александр Григорьевич. Да и не к лицу вам. Слишком опытный глаз для лирики. Товарищ Зимова, за минутку! Здорово, дорогой! Здравствуйте, Александр Григорьевич. Ну, Миша, я договорился. На суде общественным обвинителем выступаешь ты. Да ну! Да, 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 но дело ответственное. Еще бы!
Твое выступление должно быть решительным. Ага. Оно, понимаешь, поможет руководству подтянуть дисциплину на отделение. Понимаю. Тут церемониться нельзя. Ага. Лучше уж перегнуть, чем не догнуть. Да? А? Кое-кому тут, может, и больно придется, но с этим, брат, считаться не приходится. Арейщиков и разгильдяев нужно бить, невзирая ни на какие заслуги. Ага. Политическая линия такова на сегодняшний день. Да я это знаю, понимаю. Ну вот, подготовься как следует. Хорошо. Советуйся со мной. Ладно. Я всегда с удовольствием помогу. О, спасибо, Александр Григорьевич, спасибо. Да, придется нам некоторое время попридержаться. Доследование, видимо, коснется в первую очередь депо. Это ясно? Да, по-видимому, так. Да, у меня к вам еще есть один разговор. Не пускайте ко мне никого. Хорошо. Вот что, Арсений Юльевич, вы знаете, что назначенный к нам начальник политотделения приехал. И, конечно, поднимет разговор о скоростной езде. Безусловно. Нам нужно к этому подготовиться. Вам придется повторить вашу лекцию о предельных возможностях железнодорожного транспорта. Шагин, очевидно, соберет деповской актив. Вот там вы и выступите. Это первое. А второе и самое основное. Надо решительнее действовать в отношении перевода лучших машинистов с линии, со скоростной езды. Позвольте. Если мы упустим момент, все провалится. Александр Григорьевич, я стараюсь, я придираюсь ко всем возможностям. Но вы сами хорошо знаете, какое это щепетильное дело. А это вы бросьте. Не такие дела устраивали. Вот вам прекрасный случай убрать Орлова с линии. Авария, суд. Вы же понимаете, что он-то, несомненно, перекроет существующие нормы. Василия Макарыча? Да, конечно. Ну, хорошо, Александр Григорьевич, я постараюсь. Ты уж извини, Сеня. Ехал ты на праздник, а получилось другое. А ты ж сам видел, я не был виноват. Разобрали. Советская власть — справедливая власть. А я еще покажу, как я умею работать. Правильно. Правильно, отец. Садись, Сеня, опоздаешь. Ну что ж, отец, будь здоров. Ты пиши нам с дальнего-то. Правда, пиши, Сеня. Обязательно. Хороший край. Воевал там гражданскую. Ты теперь бы его посмотрел. А что, может и придется. Ну, всего. Давай, 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 Сеня, садись, садись. Ну, а ты что ж думаешь, церемониться с тобой, что ли, будет? Ты что кричишь? А почему же не кричать? Да, перевели тебя на маневровый, и дальше переводить будем. Мы аварийщиков терпеть не намерены. Ты как работаешь? Ты что кричишь? Товарищ, если нужно, то мы и кричать будем. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. У меня к вам просьба. Будем это собрание считать просто беседой. Никакого регламента устанавливать мы не будем, а поговорим в волю, по душам. Вот. Нам, товарищи, с вами предстоит обсудить вопрос о перестройке всей нашей работы. На всех дорогах, товарищи, работу подняли.
количество перевозок кругом растет. А наша дорога отстает, катится вниз. И особенно это отделение. И вот давайте мы с вами обсудим, как нам ликвидировать это печальное и позорное явление. Давайте, товарищи, обдумаем, как нам отстоять нашу честь. Честь железнодорожника. Поговорим о том, что мешает. И обязательно, товарищи, о том, кто мешает. От вас, от паровозников, партия и правительство ждет повышения скоростей. Нам нужно быстрее водить поезда, быстрее оборачивать вагоны. Вот. Кто хочет слова? Пожалуйста. Как вас зовут? Прохор Кузьмич. Прохор Кузьмич, вот ты старый опытный машинист. И ты скажи прямо, можно быстрее ездить или нельзя? Ездить можно, только ведь это против науки будет. Путает чё-то, старик. И ничего он не путает. Говорите, говорите. Да я все сказал. Может, я не так объяснил? Вы лучше инженеров послушайте. А в самом деле, Арсений Юрьевич, скажите-ка, обижает ваша наука? Позвольте. Товарищи, будем говорить с цифрами в руках. Объем котла серии Э равен 207,1 метра. Оптимальные условия топки при лучшей смеси угля и при нормальной. Вы лучше расскажите, как депо развалили. Так. Я на реплики с мест принципиально не отвечаю. Почему же? Тут говорят, что вы депо развалили. Что? Я депо развалил? Я не понимаю, какое это имеет отношение к данному вопросу. Самое прямое. Вы развалили депо на наших глазах. Так с этого начинайте. А то оптимально, нормально. Я прошу вас оградить меня от подобных выступлений. А вы знаете, что на других дорогах водят составы по 70 километров в час? Да я читал, но на других дорогах прекрасное железнодорожное хозяйство. Мы же для увеличения скоростей должны перестроить весь железнодорожный путь. Мозги надо перестроить, а не путь. Я прошу вас, престиж инженера-специалиста. Я кончил, товарищи? Позвольте слово. Я тоже инженер. Правда, молодой еще, можно сказать, начинающий. Но я должен подтвердить обидное замечание относительно мозгов. Именно мозги надо выправить, и с этого надо начинать. А не бояться уронить свой престиж. Вы слышали, что говорил старый машинист? Ну, затемнили в конец своими оптимальными, нормальными. Слова-то страшными стали. Брось, товарищ, демагогию разводить. И всегда ты бузишь. Товарищ Зима, с чужого голоса поешь. Товарищ Михеев, я тебе сигнализирую. Партия общественность ударит тебя и больно ударит. Наконец мы дорвались до настоящего разговора, а ты опять пытаешься рты зажать. Не выйдет, товарищ Зима. Для этого нам и прислали товарища. Дышать у нас стало нечем. Старики махнули рукой и ездят, как ездили при царе Горохе. А молодежь у нас не выдвигают, а наоборот, задвигают. Вот они, живые люди сидят. Говорите, товарищи, мы опять останемся там же, если сами не возьмемся за дело. А взяться у нас есть кому. Смотрите, Костров, Орлов, братья Куприяновы, а молодежь. Много мы умеем делать, товарищ Зима, и сделаем. Да я скажу. Нет, ты подожди. Дай их послушать. Товарищи, кто еще хочет сказать? А? Может, товарищ Костров? Могу сказать. Смотрю я на вас, товарищи, и удивляюсь. Сидите вы и ровно воды в рот набрали. А ведь в Брехаловке, в будках, по домам между собой говорим? Говорим. Говорим, что плохо? Говорим. Говорим, что дело на месте стоит.
Говорим, и не только стоит на месте, а назад пятится, и чем дальше, тем хуже. Смотреть противно на это. И больно. У нас, у стариков, уж действительно никакой охоты нету двинуться. Да и боязно. Почему? Вдруг не выйдет. Стен газета наша заклюет. Можете на меня обижаться? Это так. Я говорю от чистого сердца. И не мешайте. Не мешайте. Старик, по-моему, в тебя целился. Товарищ Шанин, я прошу слова. Слово имеет товарищ Зима. Вы меня знаете, товарищи. Я всегда твердо стою на линии. Человек я прямой и люблю говорить всегда прямо и честно. Нахали, говори по существу. Давайте, товарищи, спокойнее. Товарищи, я тоже за увеличение скоростей. Хотя, товарищи, это очень трудно. Вот случай с Орловым. Вы видите, товарищи, Орлова-то нет, когда мы обсуждаем важнейшие вопросы транспорта. Это характерно, товарищи. А он здесь. Вижу, вижу, вижу. А почему же он молчит, когда мы обсуждаем важнейший вопрос транспорта? Это характерно. А ты бы выступил, Василий Макарович? Я скажу. Сам говори. Что ты отвиливаешь-то? Я, товарищи, не отвиливаю. Товарищи, у нас много крушений, аварий, и трудно бы было уговорить кого-нибудь взяться за скоростную езду. Я вот не знаю такого машиниста, который бы взял на себя риск. Я возьмусь. Не зарывайся, Мить. Нам не нужны крикуны-карьеристы. Я докажу. Пусть мне дадут пробный маршрут. Я дам 65 километров. Значит, ты просишь пробный пробег? Да, прошу. Ладно, обсудим. О, твое предложение принято, товарищ Орлов. Мы будем смело выдвигать молодежь, чтобы потом не обвиняли нас за жизнь. Я сказал, что мы обсудим. Ну, конечно, обдумаем. В заключение, товарищи, я хочу призвать вас к новой большой работе. Мы пойдем по пути, товарищи. Ну, товарищ начальник, я очень рад. Вот теперь настоящая помощь пришла. А то одному, ты понимаешь, трудновато приходилось. Да и в самом деле, ну что мы вдвоем с ним могли сделать? Ну, людей нет. Нету людей. Да? Это от того, товарищ Зима, нет людей, что мы часто, кроме себя, никого не замечаем. Правильно. Мы пошли, товарищ. Ну ладно, ребят, идите, идите. Помните, что мы делаем ответственное дело. Ясно, товарищ Шагин. Тут тебе лучше отца советчика не найти. Ну вот, нашел советчика. Да его самого перевоспитывать надо. Вот мы с этого перевоспитания и начнем. Ну, ребята, идите, завтра мы с вами в депо встретимся. Пока. Ну и я пошел. Да, товарищ Шагин, трудненько, брат, тебе придется. Обстановка очень сложная. Периферийные особенности. А вот это что, тоже периферийные особенности, а? Друзья, многого вы еще не знаете. Так ты разъясни, ведь ты же партийный. Он Орлов под носом у себя, и то ничего не видит. Ты говори уж ты, что ты все крутишь. Ты к семье своей присмотрись. Посмотри за Митькой. Мачеха у него не дурна. Ну-ну-ну. Ты уж разбрехался. Чего это? Чего это говоришь? Все ведь. Один ты ничего не.
Чего это люди видят? Ну, ребята, ну не взбрехнул человек. Люди свои, дело пьяное. Брось, родной мой, ну брось, не расстраивайся. Вася, брось, садись, Вася. Не сердись, не сердись. Ну не я говорю, люди говорят. А может, все это брехня? Да, наверное, враг. А если брехня, зачем болтать? Ну, пришлось к слову. А ты уж и на дыбы. Так все, суд тебя расстроил. А тут еще свиньи сняли. Я знаю, ты на меня сердишься. Думаешь, я виноват? А это Шадин за зима посоветовали. Оправдать-то его оправдали. А мы должны по своей линии взгреть. Политическая линия. Мне податься и некуда. А ты не выходи на работу. Откажись. И правильно сделай. И тебе-то что? Пошли, обо мне все хлопочешь. Я и на маневровом покажу, какой я машинист. Ну, как знаешь, Василий Макарович, как знаешь. Я по-приятельски советую. Слушаю. Да-да, слушаю. В аппарат начальник политотдела Шагин. Здравствуйте, Лазарь Моисеевич. Час поздний, правда. Но ведь и народный комиссар тоже не спит. Да. Люди есть. Работать не давали. С завтрашнего дня мы готовим пробный пробег. Молодой машинист. Фамилия Орлов. Надеюсь, Лазарь Моисеевич. Хорошо. Буду докладывать. Спасибо. Так, будьте здоровы. Будьте здоровы, Владимир Васильевич. Наверх. Откажитесь от маневровод. Я вам советую, ей-богу. Скорее переведут на ваш паровоз. Иди-ка ты к чертям. Не суйся не в свое дело. Ну ты полегче, товарищ. Начальник депо. Да. Клычко. Товарищ Клычко, Орлов скандалит. Послал меня к чертовой матери. Чуть не разорвал, понять, наряд. Просто безобразие. О! Одну минуту. Орлов от работы отказался. Дали? Подождите у телефона. Дайте мне, товарищу, зиму. Хорошо. Здравствуйте, товарищи. Повторите товарищу зиме все, что вы мне сказали. А в чем дело? Ну вот слушай, послушай. Ну-ка, я слушаю. Да? Орлов? Отказывается от работы? Да, отказывается. Дайте другого машиниста, а мне напишите докладную записку. Да. Слышал?
Так, сухов. Ну, а я тут при чем? Ты при чем? Ну, да. О, хоров! Хоров! При том, что решительности у вас, товарищ, не хватает. Покричать, речугу на суде закатить. Это вы все мастера. А когда нужно проявить твердость, железную волю, тут вы в кусты. Кто в кусты? Ты! Ну, знаешь, сказать, что у меня твердости нет. А кто с ним церемонился? Не ты? Кто струсил? Я струсил? Либеральничаешь, либеральничаешь, товарищ Зима. Ударить нужно по аварийщикам и разгильдяям. Ударить твердо рукой. И ударим. Не смотреть на заслуги, не таскаться, а снимать чертовой матери с работы. И снимем. С саботажниками никто никогда нянчиться не будет. Ясно, товарищ Зима? Ясно. Ну, доигрался? Мне нужно поговорить с тобой. Хватит, поговорили. Мы с саботажниками нянчиться не будем. Ты на кого орешь? Мы на твои заслуги смотреть не будем, а снимем тебя с работы к чертовой матери. Вот и весь разговор. За что же снимете? И сняли. Понятно? Полибиральничали? Хватит! Довольно! Митюшка с Таней на днях расписываются. Ну и плачь, коли расписываются. Почему ты кричишь-то, Вася? Я все знаю. На всех улицах звон идет, что ты с Митькой подол трепишь. Нет, что ты говоришь-то? Ты что, с ума сошел? Я тебе покажу, с ума сошел. На мужа пошла. Со всеми вместе. Чтобы духа твоего здесь не было. А ты потише. Захочу, так сама уйду. Ну и уходи. Интересно. Начальника депо. Да. А, да-да, я. Что у тебя вышло с Орловым? Почему я вдруг его уволили? Что? А, плохо работает? Ну так нужно было с ним поговорить по-хорошему. Да говорил, несколько раз говорил. Ни черта не помогает. Не помогает? Да ничего он с ним не говорил. Так, ах, ты даже его отстаивал? А перед кем ты отстаивал его? Ну, хотя бы перед Зимой, да и не только. Типа, понимаешь, такое настроение создалось. Нельзя было не уволить. Ага, так-так. Товарищ Клычко, а кого ты назначил на 1001-й, срочной? Кого? Ага. Товарищ Клычко, подожди, пожалуйста, назначать. Да. Ну, мне нужно с тобой поговорить, нужно, да. Посоветоваться. Да. Ну, привет. Ну, ребятки, тут все есть, коли нет обмана. И черти, и цветы. Можно тебе, товарищ Шагель? Проходи, проходи. Здравствуй. Здорово. Вот как раз ты мне и нужен. А вы чего здесь? А почему же мы не быть-то здорово. Здесь? Здорово. Пришлите ко мне, Василий Макарович. Идите. Вот это хорошо. Аккуратность в костюме — большое дело. А ну-ка сними фуражечку-то. Ух ты. Вот в делах твоих ты аккуратности не отличаешься. А чего такое? А садись, поговорим. По твоему настоянию уволили Орлова. Как? Клычко защищал его, а ты настоял. Ты Клычко защищал?
А разве нет? Он мне сейчас об этом по телефону сказал. Он сам сказал? Он сам сказал. Ну, знаешь, я этого никак не ожидал от Клычко. Сиди. Спокойно. Ты Орлов давно знаешь? Вот с таких лет знаю. Они с моим отцом были товарищами. Да мы с Митькой в бабки играли. Хороший машинист он был. Машинист во. Ну вот видишь, а ты на него набросился. Объявил его преступником, аварийщиком. Ведь ты ж опозорил человека. Ну как же так? А потом взяли да и выбросили. Так ведь это же в воспитательных целях. Ну а как ты теперь ее будешь воспитывать? Че? Ты что ему, гувернантку на дом пришлешь? Или как? Мы сейчас затеваем скоростную езду. Ведь это же большое дело на всю страну. А в это время снимает одного из лучших машинистов с работы. Ты понимаешь, что получается? Да. Да, тут, пожалуй, конечно, маленькое известное упущение. А я думаю, похуже. Ну? Ты помнишь сталинские слова? Человека надо растить любовно, как садовник выращивает молодое дерево. Не зацветет сад от твоей любви. Ну ладно, оставим Орлова. Ну вот на собрании все жаловались на тебя. Это все Михеев, этот бузатер. Вот видишь, опять ты не понимаешь. Правды ты не любишь. Какой же ты коммунист? Ты что думаешь, если у тебя в руках толстый портфель, так это все для партийного работника? А ну-ка покажи, что ты читаешь. О, это хорошо. А это что за книга? А это так, ерунда. А ну-ка покажи. Да это я достал как образчик буржуазной литературы. Эх ты, образчик. Какая у тебя специальность? Слесарь. Какого разряда? Седьмого. Угу. Ну вот что, товарищ Зима, поработай-ка ты за тисками. Да поживи поближе с товарищами. Есть распоряжение о снятии тебя с работы парторга. Товарищ Шай. Подумай покрепче, товарищ Зима. Если ты не окончательно засох, то со временем опять можешь стать настоящим рабочим человеком. Товарищ Шагин, я же авторитет потеряю. Не придется, а поздно. А вот заработать, если захочешь, то сможешь. Что же, завтра уж за тиски? Нет, если хочешь, пойди в отпуск. Нет, я в отпуск не пойду, товарищ Шагин. Ну, как хочешь. Будь здоров. Товарищ Зима, а кто выдвинул твою кандидатуру в парторге? Клычко. Клычко? Угу. Ну ладно, иди. А, Василий Макарович, здравствуйте. Вам уж сказали? Жду вас. Садитесь. А я сам к вам пришел. А наговорили мне многое. Говорили, что по вашему совету меня с линии сняли. А теперь говорят, что и уволили по вашему совету. Да что же это? А это кто же вам сказал? А вот сказали. Нет, вы мне назовите имя, Василий Макарович. Это дело серьезное. Это уж политическое дело. Клычко сказал. Клычко? Да. Интересный человек. Садитесь, Василий Макарович. Василий Макарович, вы, наверное, во всем вините Зиму. А я думаю, что тут виновников искать нужно посерьезнее.
Не знаю. Я знаю только, что не ладится у нас в депо. Вот, вот, видите? А у меня к вам предложение будет. Машинист нужен хороший. Так я же бывший машинист. Машинист вы настоящий. И увольнение ваше считаю неправильным. Да. Интересно, интересно. Василий Макарович, а вы верите Клычко? Да ведь доверял. Многие ему доверяют. Да. Ну ничего, это мы все распутаем. Так вот, завтра со станции Тополевой нужно взять срочный маршрут. Груз очень важный. И доверить его может только хорошим машинисту. Вы понимаете, Василий Макарович? Вопрос этот я улажу с начальством. Вот завтра вместе поедем. Ладно? Не волнуйтесь, Василий Макарович, не волнуйтесь. Все это мы уладим. Вы разрешите, я сегодня к вам вечерком зайду, и мы там подробнее потолкуем. Ладно? Ну, будьте здоровы. До свидания, товарищи. Здравствуй, товарищ Сергеев. Здравствуй. Садись, нужно поговорить. Давай. Товарищ Сергеев, есть один интересный человек, которым тебе следует заняться. Кто ж это? Клычко. Да, интересная личность. Слыхал я про одного Клычко, которого в 25-м году исключали из партии за оппозицию. Но того звали Василием. Так. Кстати, я должен тебе сказать. Видишь? Подпилить надо. Слезай! Слезай! Я с него! А ну давай сюда! Чего вам, ребят? О, смотри. Подпилить надо. Видишь? Ага. Вот это надо убрать. Так, так. Понятно. Сделай. Товарищ Зима. Я Арсений. Что здесь так? Ударили меня. Ну что ж, правильно в общем ударили. А что вы думаете? Может быть, мы действительно заблуждались, дорогой товарищ? Да. Да-да-да. Да-да. Ну я побегу, а то работать надо. Арсений Юрьевич. А? Что? А я иду, 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 иду. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Ну как? Посмотрите, Арсений. Любопытно, любопытно. Один минут через 10 сделай. Назар Петрович. Назар Петрович, скажи. Ну-ну. Как в общем? Ну? Правильно меня ударили, а? Правильно, Миша. Да? Только ты не обижайся. Да не, что ты. Не надо, не надо. Ну что ж, паровоз норм. Паровоз в полном порядке, товарищ. Оптимально, значит. Да. Что? Нехорошо смеяться над старшим, молодой человек. Нехорошо. Да. Поздравляю вас, товарищ Михеевич. С чем? Парторг депо. Я лично приветствую это. И полагаю, уверен, что весь коллектив депо будет вполне удовлетворен. Ну, ребята, что у вас тут получается? Вот Арсений Юрьевич говорит, что все в порядке. Завтра можно будет попробовать на перегоне. Прекрасно. Попробуем, попробуем. Здравствуйте, Василий Макарович. Здравствуйте, Василий Макарович. Ну, как дела? Ничего, сейчас поедем.
Тебе, может, деньги нужны? Говори, не стесняйся. Ощущается мало. Ну вот, видишь. Держи. Вот что, Девяткин. А? Завтра Мить Орлов паровоз пробует. А старик Орлов воинской поведет. Рекорды ставить собираются. Припиши-ка им рекорд. Как? Что как? Что, Александр Григорьевич, ну куда мне такое дело-то, ей-богу? Уж не раскаиваться ли собираешься? Дело-то уж очень большое, опасно. Не пойду я. Ну ладно. Я напомню тебе одного человечка, который год тому назад на станции Сухачева наливной под откос спустил. По вине этого человечка 35 цистерн сгорело. И не помню, что вот теперь 12 или 15 человек. Таких же вот энтузиастов. Ты этого не помнишь? А на каком перегонит? Иди сюда. Можно, товарищ Клычко? Заходи, заходи. Ну, энтузиаст, как дела? У меня все готово. Завтра хочу ехать в обкатку. Молодец. Устал, поди? Ну, чего же уставать-то? Ну, ясно, молодежь. Соколы! Ну, смотри теперь. Большое дело делаешь. Ответственное дело. А знаешь... Как должен активист, когда ему дело доверяют, а? Понимаю. Ну, иди, двигай.
Отпустите! Ну как, Митя, голова? Ничего, все в порядке. Ушибся немножко. А доктор что говорит? Пройдет. Так. Вот, Василий Макарович, какие дела тут открываются. Да, да. Ну как, Митя, будем продолжать? Обязательно будем. Конечно, надо продолжать. Правильно, правильно, Митя. У аппарата Шагин. Здравствуйте, Лазарь Моисеевич. Расследование производится. Да, могло бы кончиться значительно хуже. Тут, Лазарь Моисеевич, большая заслуга машиниста Орлова. Да, сына. Здесь, Лазарь Моисеевич. Хорошо. Василий Макарович. Здравствуйте, Лазарь Моисеевич. Спасибо. Он у нас крепкий. Выдержит. Да. Сделаем, Лазарь Моисеевич. Это дело чести железнодорожников. Понимаю. Понимаю. Понимаю, Лазарь Моисеевич. Спасибо, Лазарь Моисеевич. Хорошо. Хорошо. До свидания, Лазарь Моисеевич. Тебе привет передал. Ну, дорогие товарищи, рад за вас. Пробег выйдет с такими людьми, как вы.
выйдет. Аня. Ты прости меня. Кто же это делает, Вася? Новости-то, новости-то какие? Ты знаешь, кто это устроил с Митькой-то? Девятки. Кто? Девятки. Сам сейчас его привез. Видал, какие дела-то творятся? Недаром газеты говорят, войну готовят. Не на живот, а на смерть. Знакомая моя там живет. По телефону со мной там был. Хотел угощение купить. Денег не хватило. Ну вот я и... решился. Врет он, врет. Ничего он у меня и не взял. Раздумал, что ли, деньги-то взять? Совесть не позволила. Ну, а стрелку зачем перевел? Тоже из нужды. Наверное, в драке задел. Никакой драки вовсе не было. Ударил он меня по голове, вот и все. Довольно кривляться. Кто тебя послал на это дело? Ну, ей-богу, никто. Все равно мы все узнаем. Говори сам. Можно, товарищи? Да-да. Пожалуйста. Отведите его. Здравствуйте, товарищи. Фу. Ну, чем могу служить? Кто бы мог подумать, свой парень, вот тип деятельности. Сам Клычко проморгал, а уж какой партийной. Вот вам деятельность. Что это? Допрос? Вы знаете, что произошло на разъезде? Конечно, знаю. Диверсия. Тут враг работает. А вот арестованный Девяткин говорит, что он сделает с целью ограбления. Врет. Врет, штучки. Вообще этот Девяткин личность подозрительная. Откуда он? Как он попал в депо? Никто его не знает. Я давно хотел с ним покончить. То есть как-то покончить? Ну, уволить? Стой! Он меня послал! И деньги его! Отведите. Ну, что вы скажете?
впутывает мерзавец. Не выйдет! Не кричать! Вы на допросе. Это мы увидим, что выйдет. Расскажите-ка нам для начала подробности аварии на разъезде 195. Документы. Клычко завербовал меня в организацию. Если не ошибаюсь, в июле 1934 года. Что вы на это скажете? Садитесь. Благодарю. Ну, а Карла Богдановича вы знаете? Знали? Победой. 65 километров час обещал нам дать молодой машинист нашего депо, комсомолец Орлов, сын уважаемого Василия Макарча. И он это обещание выполнил. Это, товарищи, большая победа. Теперь дело за другими нашими лучшими машинистами. Один из них, товарищи, уже сейчас это делает. Я уверен, что показатели Василия Макарча будут не ниже тех, что дал его сын. Я приветствую эту прекрасную семью. Одну из тех замечательных советских семей, которые своими делами являют образцы безграничной любви и преданности к нашей родине. Делу
нашей партии, делу нашего великого учителя и организатора невиданных побед социализма, товарища Сталина! Поздравляю, Митя, поздравляю! А ну-ка скажи, скажи сам. 65 километров мы дали. Да каждый машинист может дать. Стоит ему только по-настоящему захотеть. А сейчас я, товарищ Шагин, хочу взять на себя обязательство провести сквозной маршрут до самой Москвы. И это устроим, Митя, устроим. Ну, сменные бригады мы подберем. Здорово, ты все. На приеме железнодорожников в Кремле товарищ Сталин сказал, что на железнодорожном транспорте все равны, все равнозначащи, все ценны, на каких бы постах они ни находились, на больших или малых. И этот день железнодорожного транспорта, объединяет в единую, сплоченную, спаянную, едиными телями борьбы семью всех железнодорожников, на каких бы постах они ни находились. Больших или малых, от стрелочника до наркома, все одинаково важны, все одинаково выполняют великую задачу обеспечения бесперебойной работы нашего замечательного конвейера, кровеносную систему страны железнодорожного транспорта. Сам народ, сама масса железнодорожников назвала этот день сталинским днем, потому что этот день подводит итог в борьбе железнодорожников, потому что этот день знаменует собою сталинскую заботу, сталинскую любовь к рабочим массам, их железнодорожникам, от имени этой сплоченной, могучей когорты бойцов, скажу, наш боевой железнодорожный привет, наша любовь, наши сердца, наша жизнь, наша преданность любимому товарищу Сталину! Сегодня третью годовщину нашего праздника, нашего дня, мы, железнодорожники, можем сказать правительству, мы можем сказать товарищу Сталину,
Не всегда. Мы шли гладко, не всегда ровно, не всегда выдерживали график, да и сейчас его еще не выдерживаем. Но если взять итоги 3 лет борьбы, то в целом мы приходим с итогом и говорим: товарищ Сталин, товарищи Центральный комитет и члены правительства, мы железнодорожники, вместе со всей армией рабочего класса вычистили врагов в основном из железнодорожного транспорта. У нас еще есть отдельные группы врагов. Хвастать нам нельзя, бдительность свою терять нельзя, но мы их почистили основательно. Мы должны еще много работать на железнодорожном транспорте во всех областях, чтобы поднять его, укрепить его. И мы должны зорко следить. Железнодорожное дело в обороне страны играет слишком большую роль. Железнодорожный транспорт связывает воедино все государство, все хозяйство, все области страны. А наша страна очень большая. Ее на велосипеде не проедешь, как другие страны. Товарищи, с новыми силами, с новой верой в свое дело, верой в дело победы рабочего класса, с верой и любовью к Центральному комитету большевистской партии, товарищу Сталину, вперед к новым великим победам!